Правильно ли я понимаю, что большой музей – это, по сути, проект, который предлагает любому музею все полностью под ключ онлайн-представление, включая маркетинговые функции в сети? Абсолютно, за исключением только одной опции. Мы не заместим тех людей, которые должны с ним работать и создавать контент и генерировать маркетинговую стратегию. Я просто на примере Третьяковской галереи могу сказать, что когда мы обсуждали выставку Верещагина, количество людей, службы маркетинга, коммуникации, пиара, кураторов, участвующих в обсуждении с нами, да, что можно, как сделать, и что подсветить, какие акценты сделать, это порядка там 8-10 человек за встречу. То есть это, конечно, со стороны музея, любой институции, да. Технологически мы под ключ даем полностью музей весь диджитал. А с точки зрения вот IT-решений непосредственно в офлайне, на самой площадке музея, это не ваша территория, но вы можете здесь что-то... Здесь, честно скажу, нет. У нас не было задачи присутствовать офлайн, за исключением только той амбиции, что мы хотим, ну, опять же, быть просто в смартфоне посетителя вместе с турами, вместе там с онлайн-экспонатами, но офлайновой истории нет. Офлайновой истории, вот, насколько я понимаю, за мной будет несколько баталист, да, вступать. Я думаю, вот, лучше послушать тех, кто классно это делает. Да, да, есть масса студий, масса креативных агентств, которые сделают великолепные проекты офлайн. Есть там системные интеграторы огромные, которые даже не буду называть, все прекрасные знают, которые делают музеи, делают им офлайновую начинку. И это зачем конкурировать с теми, кто уже бог в этом?